Я в деле. Бизнес-программа под таким названием активно реализуется в нашей области. Ее цель – научить молодежь, в первую очередь студентов и старшеклассников, основным навыкам, которые нужны для открытия собственного дела. Один из таких курсов прошел в Тверском промышленно-экономическом колледже. Сложная экономическая ситуация, в которой находится наша страна из-за санкций Запада, заставляет искать новые решения. Среди них развитие малого и среднего бизнеса. Многие эксперты убеждены, что именно он сможет вытянуть страну из нынешнего кризиса, дать новый импульс для развития. На это нацелена предпринимательская программа «Я в деле», которая реализуется в Верхней Волжье уже на протяжении нескольких месяцев. Руководитель этой программы в Тверском регионе является Новинский Никита. Сейчас он создает такие группы студентов, которые обучаются по этой программе, осваивают предпринимательские компетенции, создают команды, делают первые стартапы. Какие-то проекты на первых порах развиваются не слишком успешно, а какие-то уже приносят и первый доход. Главная цель этой программы – помочь молодежи поверить в себя. Об этом говорил на лекции, прошедшей в Тверском промышленно-экономическом колледже, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по просвещению Максим Гулин. Мы запустили такой первый, так скажем, виток для того, чтобы ребята в колледже получали подобного рода компетенции. Я езжу также по стране, запускаю эти программы и в Челябинской области, от которой непосредственно я избрался, в Твери. То есть с разными коллегами работаем, видно, что интерес на это есть. В ходе лекции затрагивались и другие вопросы. Например, как в условиях непростой экономической ситуации решать проблему обеспечения учащихся горячим питанием. Хотелось бы обратиться к родителям детей, если вы вдруг столкнулись с ситуацией, с какими-то нарушениями по предоставлению бесплатного горячего питания вашим детям, пожалуйста, обращайтесь к нам в отделение, мы возьмем ваше обращение в работу. В этот же день Максим Гулин посетил Федерацию бокса Тверской области, пообщался с ее руководителями и спортсменами, а также привез подарки. Заодно он посетил и мастер-класс по борьбе, который проводил для детей олимпийский чемпион Давид Мусульбес.